Local облачко фласки не выпили. Балалайка, кон, облачко. Облачко тебя ждем. Что, что меня ждет? Фласку, фласку, фласку. А сейчас я выпью все оттуда. Сейчас ты будет. Так, выйдет первый босс, все милики стоят в РДД-зоне и ждут, когда босса поставят в центр. ДК первый танкует. Вот, завели в центр, потом залетели. Тут на первом боссе не нужен так ДПС. Так переведем. Там выйдут черви, подаван, ты огненного держишь, вар, ты кислотного. Заливаем кислотного. Все, дальше я сейчас скажу. Чья вторая, паладин? Второй вар. Второй вар. Паладин аура, чья вторая боссовая стоит. И коня тоже. И первую еще поставь, кто второй, у кого вторая. Поставил на танков метки. Не огонь, первую на броню пиби. Рядом не стойте, чтобы вдвоем огонь не лутать РДДшники. Заливаем снобольда быстро. Мелики, ждем, ждем мелики. Все, мелики, поехали. Набухайтесь, панды, кто забыл. Кто в огне стоит? Вликните с огня. 400 колок у тебя, ну ёбано, вы чё? Полетел снобольд. Снобольда в мелизону занесли. Ага, залили быстро снобольда. Поставил метку. Ну быстрее, блядь. Чё так долго заливаю? Вар, ты заберешь, не? Снобольд снова полетел. Снова льда по мелизону подвели. Он на мне два стака поставил метку. Мет, а чё он за мной? Я не знаю, но он бьет. Всё, завязывайся. Снова льда заехали. Потом, когда закончится, Коба дашь танку, на котором будут стаки, боб. Снова льда полетел. Снова льда в мелизону. Залили, снова льда метку поставил. Сноубольд новый полетел. Медленно заливаем. Хант какой-то с сноубольдом. Залили сноубольда. Все, добиваем. Когда на червей начнем бить, РТД распределяйтесь так, чтобы рядом не стоять. Я додержу, я додержу. Не надо, не забирай. Кислота, если полетела, то сразу там 500 человек не завязало. У милики там уже ничего, конечно, не сделаешь. Коба кинешь под авана, боб. Вот, все отлично. Все, держим рейндж. Обдотали огненную сейчас, когда она выходит, и потом в кислотную. Обдотали. Поехали в кислотную. Геру. Угу. Все, заливаю. На огненных брызгах я заранее буду говорить, нужно будет разбежаться. Точное время я не могу сказать, поэтому стоим, ждем брызги. Не дамажим, если я скажу отбежать. Сейчас полетят кислотные, смотрите, хилы. Плотно у нас Катя и два лока. Потихонечку двигайтесь в сторону огненного, только в его рейндж в лед не попадите. Аркрайт еще. Заморожено. Сейчас разморозят. Не успели. Ну, блять, как так? Хилы. Она второй раз плюнула. Тихо, тихо. А, ну у нас, блять, мертвые, да? Все. Да. Рули. Дамажим? Смотрим, что по ДПС, кикаем бомжей. Поехали. Огненные брызги, 5 секунд, разбежались. Милики разбежались, РДД, дайте им свободу. Отлично. Лайка на себе, огонь на мне. Подаван упал.
Ну, ничего страшного. Мы сейчас на ДПС посмотрим. Просто понятно, что мы уже не добиваем. Так как у нас хил минус 2 ДД. Брызги, разбегитесь, милики. РДД тоже. Кто плюнул, да? Не вижу. Все полетело, да. Локло, по-моему. А, это просто автоатака. Ну все, умираем. Заходим в лужу. Нет, это не так работает. Это к танку подбежать нельзя, потому что блюет хуйня это. Вы прохиливаете этих людей, пока они заморожены. Как только прячутся черви, танк бежит и размораживает их. Не в то время, когда червь живой. Ну, Риви хуёвый ДПС. Ну да, вот 6700 Риви. Все, больше никого ниже 7500 я не вижу. У меня вопрос другой. У Лока есть какого-нибудь демон спек? По-моему, в демоне кто-то. По-моему, в демоне мне писали. Петя Шлок. Да, он человек уже в демоне. Он не в демоне, он в дестрике. Сейчас найду человека. Какой? Спек не с демона. У меня вопрос к ДЦ. Он накидывал щитки на тех, кто был заморожен? На троих человек, кто умерли сразу? Потому да, что да. Я на себе вроде щитка не видела, как и на маге, и на втором друиде. Кать, напиши в гильдии 1 ДД и ВК 25. Что у меня, видать, замутило, потому что я первый раз провел ДТ-лось. Кто-нибудь, может, пойдет? Там Драгон Пал, который в кару ходил в стане, нет? Ганнибал? Да. Минута еще. Ганнибал не ДПС. Что-то прискинуло. Да я 235 плюс. Ну, Ганнибал 7500 даст. Без проблем. Просто хочет ли он сам. В принципе, ДПС-то хороший. То, что не прохили. У нас на самом деле-то всего один хил завез. Как вы не прохили, я не понял. Ну, я вот не знаю, на замороженных должны были быть хотя бы все щитки. Я не видела щитков. Ни одного ДЦ там на замороженных. Там долго умирают замороженные, что там, я хуй знаю. Там был второй плевок, ни на одном из нас не было щитка. Ладно, забей. Сейчас минуту покурим, размутит. Найду. Пока покурить, можете чай там налить. Кузя, я пока лопнусь, чтобы фласка не тикала в пизду. Поставьте шкаф, пожалуйста. Я в магазин успею сходить? Нет. Нет. Сейчас 40 секунд. Ну, можешь Катя пока сама написать чатик. Давай. 235 плюс там, без анролов, без ануба. Теперь можешь поставить, как хотел. Меня забанили за мат. А что там отчерил? В чате? Ну, тут написано антиспам. Ваш чат отключен? Вы пользуетесь сообщениями слишком часто. Нашел уже рогу. Сейчас посмотрю, что за рога. Идемте кто-нибудь со мной, выйдем, вас вонёшь, когда так, не так, тут шкаф есть. Шкаф стоит. Да. Пошли. Чтоб КД не вешать. Мы ж уже одну попытку потратили. Он тут уже. Давай посмотрим. В Долоране мне написано. А, блядь, что-то принял. Он сейчас его уже, походу, КД принял. Ну, я не знаю, нахуя вы его туда сумонили. Его не сумонили вроде. Его ну, кто-то сумонул. Сам, что ли, телепортировался через админку? Он здесь был, скорее всего. Родился здесь. 4-4.
Ну... Шеи нету, ну... Ну, ДПС-то, да? Светофорный мутик. Профы, в принципе, ну, учитывая, есть. Что у нас вообще ни одного роги нету. Я думаю, роги, знаешь, это не вау, типа, какой класс, без которого можно идти. Ну, да. Так же, как и без фигала. Просто рога, он даст 4 физ дамага всем милишникам. А чё, мутик не очень? Это не комбат. Потихонечку подтягивайте сейчас. Заходите. Армса нет у нас? Армса, не знаю, у нас же танк должен настакивать. Или ты про кровотечение? Про 4%. 4% чего? Физухи. Какой физухи, я тебя не понимаю. Ну, армс или комбат дает 4% физурона. 3% и его дают, по-моему, как его назвать? Комбат. Арканы. И... Это разве уникальный баф, который дает только армс и комбат? Да. Что-то я первый раз слышу про такую тему. Сейчас я тоже. Сейчас линкану. Где-то армсы стали поднимать. Да, он уже локал линканул. Это отравленные враги. Ну, они отравленные. Все враги, которых бьет рога, 4% по ним даешь физухи больше. А вар, все, которые с кровотечением, ты по ним на 4% физухи тоже даешь больше. Они не стакнут. Ну, насколько я помню, что на форуме писали, только для этого владельца дает. Нет, для всех. Абсолютно для всех. Ну ладно, хуй себе. Так, что там зашел? Нет еще. Ну, рыбу поставь. Даже в Дискорд еще не зашел. Рыбу поставил кушать. Кона, ты на АДК хочешь ролить? У тебя пухи второй нету 258, поэтому роль АДКшна. Я туда здесь не нужна, пуха 258. Почему она тебе не нужна? Потому что она с меткостью. Ну что, сокеты перебьешь? Нет, это хуже будет. Что значит хуже? У тебя сокеты для этого существуют, чтобы регулировать меткость мастерства. У меня одного. Так, я просто про любую шмотку сказать. Ты не понимаешь? Ладно, я давайте понимаю. Не будем спорить. Я не спорю, я просто предупреждаю. Все, да, рога, блядь, не зашел уже еще. Что так долго, да? Ну, в Дискорде он есть, но... А я написал, чтобы он вошел в горы. Перенесла. Да, все. И вышел. Стой, Рога, стой на месте. Тем более, стой Рога, на месте. Рога, ешь рыбу. Мы же без ануба правильно идем? Просто ты да. Заберешь эту пуху у тех людей, которые сейчас дамажат в этом спеке. Как-то не очень, согласись. Ну, посмотрим. Я же на хила не ролю, потому что мне тут ничего надо дать не надо. Только там бы для начала настой, Рога, выпей настой. Короче, не выпьешь, лут не получишь. Говорить не буду, чтобы тебя 24 человека не ждало. Все то же самое делаем. Что, пристабаф есть? Нет. Не лкашный, бкашный, Рога. Да. Я же написал 3 раза БК настой. Выйдите, да-да. С середины выйдите. Туда сейчас босс плюнет огонь, его туда больше танк не поставят. Ну, твои проблемы, Рога. Я и в поиске писал БК на стой, и когда ты зашел, написал БК на стой. В личку тебе еще, наверное, писать надо. Да, выпейте. Ну, поздно ждать. У тебя сколько времени было? Ты об этом не позаботился. 24 человека сидит. Что за неуважение к людям? Милики, залетайте. Снобль сейчас полетит. Снобль, мили заведите. Что-то, блядь, воображалось по-уебански.
Вырываю. Пожалуйста, следи за лужами. 300 опять. Вы можете сноубольда под жопу подводить, а не спереди его держать? Да, сноубольда под жопу, чтобы кливали спокойно. Сноубольд полетит сейчас. На руле, да. Залили сноубольда. Долго заливаем еще. Да, блядь, сука, третья лужа в меня. Сколько можно? Сноубольд сейчас полетит, готовимся. Сноубольд в РДД на демоне. Залили сноубольда. Под жопу, не в серединку. Нормально он стоит. Забирай. Ну и куда ты? Сноубольд, ага, добили. Сноубольд новый уже полетит сейчас. В мире зоне залили, а. Сейчас добиваем. Раньше РДД держите, сейчас когда встаем. Чтобы в идеале на одного кидалось, а не на троих. Ты это оба тоже на оба. Обдотываем огненную. Поехали в кислотную. Метку поставил. Геру давайте. Держим раньше. Сейчас плюнет, хилы готовьтесь. РДД куда-то. А, не, мили-зона, если что. Прохилите мили-зону. Сейчас гим дам, помогу. Тебе нужно будет бежать в мили-зону. Подаван. Все стоят, дамажат дальше. Прохилить. Гим, нажми ШП. У нас только один ШП остался в облачке. Да ЮБР. Давай. Ты размораживаешь? Все отлично. Гавар жгу остался. Ну ничего страшного, пусть остается. Танк. Скажу. Ну, ты меня в лужу бернул. Ты ко мне придешь. А, бля, там лужа, ёбаный в рот. Тихо. Блять, дамажим, тут добиваем. Я скажу, когда огонь будет, нужно будет разбежаться, набрать всем раньше. Сори. Огонь 5 секунд, разбегитесь. Лучше не дамажьте, но в огонь никто не умрет. А, нахожу огонь, блять, я еблан. Все хожу, убегает. Дамажим дальше. Блять, БРОРка это, все понял. Разбежались? Глыбу. Отлично. Облачко Степанида, держитесь в очке. Где-то. Сейчас она лужи под себя срет, медики, внимательно смотрите. Еблю ее, перед лицом не вставать. Добиваем ее в таком состоянии. Веди. Меня не прохилили. Я далеко была. Ну второй танк цепляй. А нету его. Он умер давно. Заходим в лужу, умираем. В чем, блядь, все хилы живые, мы прохилить не можем. Я не понимаю, что надо сделать, чтобы прохилили. Раз не прохилили на прошлом трае, сейчас не прохилили. Пятого хила берем и по ДПС страдаю, я не понимаю, что. В тот раз я умерла, в этот раз я была далеко от танка, не знаю, кто рядом с ним был. Значит, не убегай далеко от танка. Вот буду возле них бегать. А, повешайте, у нас три лока же, да? Дайте. Получается, тогда по танкам СС кинуть в всякий случай, не? А чё, у тебя Рога с ДПСом умирал ты или чё? У тебя вроде 7600, но урона... Он не падал. Как будто АФКшил стоял. Давайте еще трай. Ну смотри, как бы, будет меньше 7500, я кикну без обид. Я плохо начал. Я не резкий, просто 24 человека ждет. Кушаем рыбу? Найди где-то фласку Рога, чтобы потом не обижаться, ну, что я тебе куда-то продал. Может, тебе продаст, да и все, и что ты паришься? За 2000 продам.
Хрена себе. Нашел? Рога, давай я тебе сейчас. Есть у кого-то гильбанк поставил? Есть гильбанк? Поставьте кто-нибудь. Сейчас поставлю. Подожди. Джип составить? Не надо. А, кто-то есть сломанный полностью? Нет, не знаю, ДЦ просит. Ну, если ты не красный, не надо. А, регин поставь. Хорошо. Иди сюда, 440 голд фласку ТПРГ. Поставила джип, сразу починитесь все. Все, починитесь сразу, потом джипса не будет. Потом будет мамонт. Ты подаван держи прожинки на блевотину, она очень много сносит. Я понимаю, что там хилы затупили, но все равно помоги им. Ну и на плевки. Я очень долго жил на самом деле. У меня просто хп по миллиметру уходил. Ты еще бежал от хилов просто. Ну о чем мне? Я ну, могу стоять. Хилы типа... должны были сами двигаться за ним. Потому что он от лужи уходил. Он же не может варить твою повернуть. Аркайд, на тебя СС-ку дали? Чисто зеленку держи чисто на блевотину. Локи, пожалуйста, дайте. Аркрайт, не стой там, пожалуйста, на змеях. Я там лужу разливаю. Дайте ко мне подойди. У меня нету БР, дай Аркрайту СС-ку. У него БР. Бухайте у кого? Ко мне подойди, Аркрайт. К Локу, Локу. Кто панды, бухайте. Еще ближе иди. Нормально на подавана СС, да. На подавана СС. Кто не сделал СС-ку, на подавана, бегом, пожалуйста, чтобы он, если умрет, встал сразу. Было распределить, ладно уже. Да, я сказала. Там СС-ки все распределены, один лоб не дал СС. Милики, залетайте. Сука ты, блядь, я не босс. Жень, далеко. Ну кто-то другой здесь стоит, все ок. Полетел сноуболь, готовимся. В мили-зоне залили сноуболь. Следующий полетел быстрее, заливаю. РДД сноуболь занесли в милик. Мили. А, все залили. Катя. Ой. Нормально, два стака. Терпимо. Я на все ходки кину, нормально. Сейчас хорошо залили, быстро. Сноубольд новый, сейчас полетит, готовимся. В мили-зоне залили. Забирай. Ча. Снобальд полетел. Заливаем на танки. Снобальд все свичнулись, быстро его залили. Да заведи под жопу, под жопу. Все, отлично. Забиваем. Куба-боб. Кто из локов не давал СС? В доту еще огненно не забывайте. А, потом дашь на подавана. Поехали в кислотную. Откуда Алгеру давайте? Блять. Ранж держим немножечко, РДД. Ну, плюнула, ебать. Четверых, пятерых отхиливайте. У нас два хила в этой хуйне. А хорошо, с тебя один на красава. Смотри, там в РДД трое. Тебе нужно будет разморозить. Обязательно паладина. У этого жреца хила. Не стрел, плюнул. И мили-зона вся. Сначала в мили-зону беги, потом в РДД.
Гимн есть, если ШП сдай. Прожимочки на защиту попадаете. Ага, отлично. Маражи там, ладно, хорошо, пойдет. Остальных прохилите, кто остался. Добивайте кислотную. Угу. Готовимся к брызгам огненным. Я скажу, когда разбежались. Разбежались, бля, хули так быстро, никер, войд. Войд, ты можешь бабл нажать. Куда я уже? Войд, отойди, чё ты стоишь в толпе всех? Войд, ты меня дамажишь или кто? Это крест. Добиваю. А чё не прохилили? Никера. Да потому что стоял кто-то с огнем. А давай, она поднимается. Сейчас плевки будут, разбегитесь. Монки, Катя, да и Гин. Отбегите, блядь. Есть БР по Монке? Аркрайт. Монк, Реакрак, БР, дай. Меня подальше, чтобы не так. Прохиливайте Лока. На котором эта хуйня. Все, сейчас лужи будут, милики, осторожно. И блюет. Я меня опять не прохилил. Ну что за хуйня, я понятно. БР у тебя нет, Катя? Вижу, еще минута. У тебя же подаван должен быть, да, камень. Нет. Не дали ему СС, Лок не дал. Вар, держи. Сейчас второго тоже цепанешь. Давайте, сейчас спрячься, после того, как вылезет, нужно будет добить. Ну что-то я вижу, ДПС уже не хватает, много умерло людей. Добиваем огненную. Сука, она в луже. Ну, РДД добивают. Ну, это все. Заходим, умираем в лужу. Не успеваем. РДД, вы не понимаете, что такое набрать рейндж? Я стою один, ебать, и вокруг меня еще место просто до пизды. Кто-то просто думает, да нахуя мне разбегаться? Я, блядь, и такой заебатый. Шанс, что в меня плюнет, очень маленький. И в итоге у нас плюется кислотная в пятерых. Это плохо, вы понимаете? Да какой хил пятый, когда люди тупят? Я говорю, 5 РДД ловят кислотный плевок. Потратьте вы 2 секунды своего времени, проебите, я не знаю, там 100 тысяч дамага, но зато вы встанете и никого не заденет кислотный. Я говорю, в идеале один человек. Кушайте рыбу. Рога опять очень мало дамага. Почему 9к у него написано? Угу. Ну 9к, ну общий урон ты посмотри. 2 ляма. Ну 4 ляма общий урон за двух боссов. Когда у следующего, он на 19 месте, у следующего с него Лока 5 360, 5 360 000. А на первом месте 9 лямов, а у него 4. Есть разница? Ну ты вообще за несколько траев что ли смотришь? Конечно. Нет, именно. А, ладно, ебал, да, пиздобол. И вот именно, его ж не было на первом. Молодец, пиздобол просто. А, Лок, у которого СС не в КД. Дай, пожалуйста, СС-ку на подавана. Еще раз починитесь, уджиться, пока он живой. И поставьте одни тотемы поближе к воротам. Два шамана рядом с тобой ставят тотемы. Тотемы в центре стоят. Давайте еще раз пробую, потом последний двух по ДПС кика. Если люди не могут тактикой пройти, будем ДПС ломить. Вот здесь уже вот я стою, вот, да, и мне уже тотемы тут не достают. Лапу дай, друид. Да, лапы нет. Угу. Просто чтобы не стоять так кучно, тотемы со мной все одинаковые. Поближе к воротам поставить, ему ничего страшного. Ну там есть время переставить. А, дали. Я стою здесь, и все, тотемы уже не стоят. Давай будем честны, да только ты один не получаешь тотемы, да, видимо, потому что ты очень далеко ушел. А что, надо кучкой стоять? Ну так, наверное, нужно подойти поближе, не стоять прямо у стены, если ты устаешь у нее. Не подхожу ближе, так давайте по всем огонь кидать, да, пожалуйста. Все, все. Всем остальным тотемы даются. Просто чуть ближе подойди, и все, милики, залетайте. Понял.
Шамана то 2. О, ебать, там в куче народу стоял, заебись вам. 4 человека полутало огонь. Я за это и говорю. Все, все. Приехали с Нобеля. Четыре стака у Лока. Лок, ну у тебя каждый раз такая хуйня. Поехали с Нобеля. Подведи, подведи, подведи под жопу. Бегу, бегу. А у меня ДБМ, пидорас, с прошлых червей еще крутит, блядь, брызги. Ну почему он мне наебывает? Снобль полетел. Залили в мелизоне. Забирай. 5 секунд. Я набухаться забыл. Снобль полетел. Заливаем. Подведи, подведи, ага. Раньше набрали. Обдотали огненную. То есть вы не знаете, какой рейндж, пишите рейндж 10. Это же не проблема. На самом деле включается. Поехали кислотную геру. Зона, если что, говне. Нет у меня хилки. Если есть ШП, сдай гимн. Я не зипка дал. Паладина, вы можете дать баблы, поскидывать себя. А, ну, наверное, крылья прижимаю, понял. Смотри, сейчас мелизон нужно вот быстро забежать. Танка надо. Ну, давай быстрее. Отлично, хорошо. Прохиливайте. Давайте. Добиваем кислотную. Добиваем и рейндж держим, потому что плевки будут сразу после того, как добьем. Огненные. Все, РДД вливается в огненную, милики, ну, стойте на рейндже от остальных. Сейчас плевки пройдут и подбежите. То, что тебя подбегают. Ну, осторожно, вы видите, через других же бежите. Ну, рейндж держишь, вот полетели. Вот центр, сипанида бабл, ага. Облачко, лок. Ну кинь ты койл, лок, ну прохили себя, ну шо вы смотрите? Не достаю до лок. Осторожно пробегаем. Жень, скажешь, надо будет бэрить. Что, дай бэр в облачко. Угу, сейчас найду его. Танка держите сейчас под блевотину, чтобы он не упал опять. Облачко, тыкни на карте где-то. Смотрите, в лужах не умрите, Мирик. Лужа, отводи. Возле змеи, говорит. Нашла. Нашла. Все, поднимаю. Дайте быстренько ребафы. Сейчас спрячется, потом когда вылезет, добьем. РДД добьют, а милики можете в рево сразу бить, как только спрячется. Ну, ну все, РДД добьют сами, милики заливайте. Держитесь поближе к реву, чтобы дыхание мог сбить паладин. Поближе РДД немножко. Под какой щит? Добейте, добейте эту хуйню, вылезла РДД. Под альянсовски бегаем, если что. Коба? Отлично.
Бля, ну добейте РДД. Почему у нас, блядь, три человека хуярит змею? Вы чё, блядь, глухие, я не понимаю. Вага бежит. Я смотрю, прям три человека, блядь, саны бьет. В ханта уебалось. А какого ханта? Варкрафта. Ну вы чё, блядь, как будто первый раз тут. Вы если не будете делать то, что вас просят, вы не пройдете, вы не понимаете, блядь? Там, блядь, 5% было у червя, он нахуй всю фазу свою простоял. Всю фазу, практически спрятался. Подлый. А, рога ты. На тебя бежит. Давай попробуем. Бьем, бьем. А посмотрим, кто еще тупит, я минус роллы им накидаю. Зато знаем, кто будет на брелла. Умер БР. Да не, БР здесь не нужно давать. На ДЦ бежит сюда куда-то. Вот сразу же можно так бегать. С этим огненными брызгами тоже. Говорю спокойно, милики, стоим, ждем. Нет, блядь, через центр ломанулись всех уярить босса. Такое ощущение, что вы не в Дискорде сидите, что вы не слышите. Насрать на вот эти там, сколько мы успеем там ему, 500 тысяч снести, зато у нас все выживут. Опять на рогу бежит. Гера включилась. Ебать, половину еще бить. Ну, это из-за того, что столько упало. Ну, я понял, что столько упало. У нас лок, ебать, 5000 ДПС. Я понимаю, что ты демон. Но демон, ты не знаешь, что у тебя 5000 ДПС. Я даю, что в Дестрике, что в демоне почти одинаковый ДПС. Так что говорит, что я демон, поэтому мало дамажу, очень плохая отмазка. У тебя просто 5000, ты понимаешь? 5000. Какой бы ты там спек не был, 5000, ты понимаешь, что это такое? Спекайся в Дестрика. Чуть-чуть будет поменьше СПД, посмотрим, как ты в Дестрике надамажишь. Пушите рыбу. У нас, по сути, у всех нормальный ДПС, не считая лока. А мы не можем, блядь, разбежаться. Это же зашквар. Там у второго лока, у которого СС не в КД, дай по R-дружке. А, стоп, стоп. Паркрай, туда у него БР есть лок. Нету БР. Друли баф дайте. Сейчас. Маговский баф. Покушайте степанида лица. Запускаю пока. Не стойте в одной кучке, чтобы все сразу не ловить огонь. Да, победный. Вы понимаете, что мы убиваем, когда кислотную, все, сейчас будет брызг. Там через секунд 5 даже максимум придется. Лучше подождать эти 5 секунд,
Он плюет, и потом мы подбегаем. Это же не проблема. Женя, отойди от портала, мы вот ты, блядь, очень сильно невезучий, сейчас заговнишь на него. Милики, залетайте. Полетел снова. Снобальд в РДД занесли. Ага. Снобальд полетел. Мили зоне залили. Нобаль полетел новый. Или зоне заливаю. Можешь забирать. Снобальд новый, долго заливаю. Снобальд в РДД заливаю. Бьем Снобальда быстрее. Кобо, бахни еще одну на алкоголь с палоком. Блевануть боюсь. О. После подавана, босса сразу. Даже был подаванный. Там если у тебя на среднюю падает, и ты потом выпьешь, ты никогда не блеешь со средней. Абдот или огненную? Поехали в кислотную. Геру давайте. Место справа я ебал просто, и все стоят в центре. Ну куда ко мне пал? Милизоне разлетелось. Разворось милизону. Сейчас помогу похи. А, ну и прохили. Не буду сливать. Подаван, готовься. Могу херню сейчас. Еще одну закинул. Он там. Анзая только. Анзая, там Анзая, бразилец, два лока. А что, она вылезла прям там, что ли? Что произошло? Огненная, ебать, залупа. Добиваем кислотную. Катя, как откадешься, дашь БР. Ой, окей. Бля, огненная, дайте. Разбегитесь, милики. Ну это пизда, нахуй. Как они плюют, я его вообще рот ебал. Чё, мы что-то... Заходим, умираем. Разморозит. Заходите умирать, по разморозим, у нас моры дольше. Я, сука, понять логику не могу этого ебаного червя, блядь. То он, блядь, плюет, когда только вылез, то он, блядь, плюет через 10 секунд после того, как вылез. Ёбаная хуйня. Ну кто не умер, забегите в лужу. Быстрее начнем заново. А чё, уходим? Назад бегите, там лужа. Бать нам, блядь, постоянно не везет, миликов плюет, это кислотная залупа, блядь. Хоть бегите, раз ты в РДД можешь. Бегите назад, а все исчезло. Я думаю, что если не миликов плюнет, то мы кислотную убьем еще до закапывания. Сейчас вообще почти у всех десятки. Это. Там дай миликам метку, чтобы они не отлетали, когда упоебаны по всему рейду, а вот в стенку упирались, нахуй.
Он туда. Давай, я тебе метку дам, и они за тобой будут двигаться. Потому что я смотрю на шипы, они постоянно летают. Ну, блядь, не в тену большинство. И пока они летают, потом бегут, они проебывают ДПС. Я на звездочку дал, ой, на человека дал звездочку, милики, двигайтесь за ним, когда он перебегает, вы тоже перебегайте за ним, чтобы не отлетать далеко в стенку. Ну, если там вары и коты, понятно, вам насрать, вы все равно чаржитесь. А вы на нуба хотите тратить кое, ну пипать, о чем вы? Пауки обмельчали. Раньше пауки были термоядерные все. Лок покушай. А, я вижу, кушаешь уже. Все, запускаем. Снобаль полетел, или зоне заливаем. Быстрее заливаем. Медленно очень. На танке, что ли? В центре стоишь. Да, на подавание. Сноубольд полетел, готовимся. Сноубольд на РДД выноси. Ага, залили. Снобаль полетел новый. Залили снобаль. РДД давай быстрее. Забирай. Сыграли. Поймите, что снобаль добить вам же самим по ДПСу выгодно. Это мультидоты летят, понимаете? Вы дамажите, блять, в полтора раза больше. Сейчас снобаль. Заливаем снобаль. Монки. Бля, набухаться забыл. Коба не напомнил нихуя. Коба сам набухался. Хуёво сделал, кашками. Набиваем босс. Раньше РДД набирается. Тут справа очень мало обычно народа стоит. Коба, ты ничего не забыл? А он уже кончился, забить. Поехали, отдотали. Все, в кислотную заехали. Геро. Давайте после закопки, с того, как закопаются черви, милики, разбегайтесь сразу. Пусть РДД кислотную добивает, будем ждать плевка ебаного. Хуй знает, когда он вылетит. И, наверное, Коба включит огненную ауру и прожми, когда она будет плевать все этот мастер ауру. Отдайте огненную, отдайте, кто у кого сейчас огненная, переключитесь. Так, пусть человек возьмет огненную и мастер ауру прожмет. Все, отдали тебе? Да-да. Все, милики, не подходим, только РДД добивают.
пизду нахуй, добиваем. Смотри, за огненный экран начнет плевать и пожрать. Вам по кайфу лутать урон от танка? Ждем, милики, еще не бегите. Ждем, когда плюнет. Сейчас полетит уже плевок. Полетел плевок. Да? Штука, ты, блядь, плюнешь сегодня? Нет, пидораска ебаная. Все, полетел. Ага, бразилец. Канари. Ну куда вы? Что вы делаете? Есть Катя БР? Попробуй. Дай. Все хорошо. Даем. Пробафайте. Да не бегите вы ко мне, шо вы ко мне бежите? Ты сам убеги, ты же один, а нас много, ебать. Блин, главное, блядь, бежали бы через меня, что ли. Осторожно, милики, сейчас блюет и лужа. Лучше смотрим внимательно. Хилы, следуйте за танком, сразу двигайтесь заранее. Готовься, Лар, там уже стоит у рёва. Ну что, идем. Давайте, успеваем. Еще отлично. Вот никто не умер, посмотрите, насколько больше ДПС. Его под Альянс ставить или под Орду? Под Альянсовскую, потому что на Орде это лужа. Поэтому Альянсовскую стоим. Поближе станьте, поближе к боссу РДД продвиньтесь, чтобы с вас скинули сейчас спокойно лед. Аркай, дай иннер по мне, пожалуйста. Сейчас он дунет, я гим дам на маму. А, окей, тогда. Даю гим на маму. Они... Смотрите, сейчас прыгнет. Побежал. Бубль гума, вот самый край. Вот не убежать нереально, давайте. Ну куда ты под него прям бежишь, ну ёбаный. Кто это был, я не представляю, какой-то гоблин, блядь. Никер, никер. Ну, блядь, выбирайте нахуй. Ты, блядь, видишь, что все, сука, разбежались. Все, и ты такой, блядь, я чё, стадо? Я побегу нахуй. У нас все живы, давай попробуем. Конечно, пробуем, блядь. У меня просто нервы шалят. Не гори, не гори же. Ну, тогда с двумя ударами убили. Да, там на тоненького, на берсе. Тихо. Внимательно смотрим, ребята. Ну, блядь, несложно же. Подлый крюк, рога. Опять туда же бежит, куда пошел раз. Неужели? Ну, да как получал без крова на этого босса? Дал истерию. Давайте, поднапрягитесь. Не отдавайте прожимки просто так, отдавайте только под его удар. Катя, на тебя бежит, вот сюда, в центр всех, разбегайтесь. Отлично. Ну, блядь, ну что там за калека, блядь? Я убежала. Маг. Ну, на магии не убежать, но это я хуй знает. Блинк нажать, это же сложно. Какой-то просто маг. Давайте потеем, еще один прыжок есть. Да сами не хотите проходить, тупите. Вам стаю дают даже. Ривендарта на тебя бежит сюда с краю. Я успеваю, блядь, отбежать, еще и подамажить, блядь, а вы просто отбежать не успеваете. Давайте все сливаем. Паладины, готовьтесь, когда покраснеет, баблу нажмете, может быть, успеем добить. Давайте, поднажали. Готовьте бабла. Нажимайте. Нажимайте бабла. Два ляма, что, потеете? Хорошо, полтора. Пизда. Ну, сука, блядь. Хоть раз бы не ударился, блядь, мы бы его спокойно убили, я хуй знаю. Какой там маг Фрост был у нас? Просто маг. Канария. Канария. Нет, давайте, это не Канария, Канария в сторонке, блядь, стоял. Вот, даже один в ёб мы все равно убили, вот не второй.
Сейчас подождите, может, фарда бьет. Смотрите по логам, что нельзя посмотреть, в кого он дает? Нет, там не показывает. Я да, стоял со стороны ворот, откуда они убегают. Кто у нас Фрост? Так что это точно не... Ривандарт у нас Фрост. Ну, в него он точно не... Там какой-то бич бежал, блядь, прям через него, нахуй. Он бежит, главное, вот он слева от него, и он прям через его траекторию врезания, нахуй, пробегает, блядь, и ему в жопу он врезается, блядь. Все, давайте так же, только без этого. Без врезания в рёва. Ты имеешь в виду, когда в 10 миликов не кинется зеленое говно, да? Да. Это один из самых... Что по эсэсам? Сейчас фласки кончатся. Ну, перепивайте 5-минутные фласки, не хватит их. Не, понятно, что прошу. У кого КД на СС нету, киньте по одному танку и по сове опять. У нее БР есть. Ты еще уточни такую хуйню, как люди смотрят на череп, нахуй. Потому что если люди смотрят спиной и в центр комнаты смотрят, то они могут вообще не видеть справа-слева череп. Нужно поворачивать камеру на стенку, чтобы видеть справа или слева человека. А у нас на карте линкуют уже. Я говорю, куда бежит, блядь. Я хуй знает, невозможно убежать. Просто объясните людям, что нужно повернуть правой кнопкой мыши, нажать на ебучую свою мышку и повернуть камеру, чтобы увидеть на стену, смотреть, так, где твой персонаж. Перебейте фласки. Присоедините в чат те, кто не видит череп. Просто скажите, что вы не видите его. Все, хорош. Сейчас тут вопрос не в ней видели череп, а в том, видят ли они на миникарте, как пингует, где стоит череп. Да ебать, миникарта нет, тоже можно увидишь, не понять. Нет, проблем не должно быть. Череп там пингует постоянно. Еще и отбегать надо правильно, нахуй. Если фласки можешь... перепеть? Давайте пробовать. Ну, Войт и ДЦ не перепели, смотрите, а потом буду смотреть на шмоте. Сейчас также, когда закапываются они, не бегите, милики, пусть РДД добивают, пизду, ждем этот огненный ДПС у вас до жопы. Лучше пусть никто не умрет.